Друзья, всем большой привет из Ниццы. Мы продолжаем наслаждаться красотами Франции. Ну а думаем, конечно, как всегда, о футболе. Впереди у нас самые интересные матчи, четвертьфинал этого чемпионата Европы. И сейчас обсудим противостояние Уэльса и Бельгии. Конечно, команды очень хороши были на этом турнире. Бельгийцы провалили первый матч против Италии, но потом сумели собраться. И Бельгия мне пока по игре очень нравится. Любую практически оборону они способны расшатать. Но опять-таки за скобку мы оставляем пока команду Италии. И делаем скидку на то, что это был лишь первый матч на этом турнире. Валлийцы уже забрались очень далеко. Валлийцы команда хорошо готовая физически, бегущая. У них есть свой лидер Гаррет Бейл, что крайне важно на данных турнирах. Но то, какую форму набрали лидеры бельгийской команды, в частности Азар и Де Брюйне, это, честно говоря, восхищает. Особенно восхищает это, когда смотришь на игру сборной Бельгии вживую. Поэтому мне все-таки кажется, что в грядущем противостоянии та форма, которую набрал Эден Азар, она может стать определяющей. Эден Азар провел просто феноменальный матч с венграми. Да, конечно, венгры в плане организации значительно слабее сборной Уэльса, но бельгийцы, они уже понимают, что дальше расслабляться ни в коем случае нельзя. И они видят сенсации, которые на этом турнире происходят, вроде победы Исландии над Англией. Так что мне кажется, Бельгия уже собралась, и Бельгия наконец-то ощутила свою силу. На таком турнире это, пожалуй, самое главное, когда команда является сплоченным коллективом и когда она верит в свои силы. Поэтому мне кажется, что здесь Бельгия должна победить, причем победить в основное время. Роман Гуцайт специально для intelbet.ru. Всем удачи!